Могу найти мою еду. Мой запас черной икры и устриц тоже пропал. Блин, где мои мидии? Я не могу найти свой килограмм креветок. Это же Шерлок Гоббс и доктор Жратсон. Не бойтесь, девчонки, мы вам поможем. Ребята, у нас пропала еда. У вас тоже? Да. Блин. Это же улики. Они ведут в окно. Ты будешь еще бегать, а? А? Нет, не буду. Ну что, братур? Как поживаешь, что ты делаешь? Привет, братан. Чё, братан, это ты у наших девчонок золотые запасы еды украл? Не, братан, это не я. Я своими спиногрызами растяжку делаю. Но я тебе скажу по секрету, я тут кое-что нашел. Может, это как-то поможет в поисках. Пахнет вторым отрядом. Слышь, Гоббс, здесь ничего нет, улик ноль. О, смс-очка! Гоббс, Гоббс, смотри-ка. Владиарти. Я знаю, где он обитает. Погнали за мной. Вечер в хату. Вечер в хату. Ну что, Гоббс, куда нам дальше? Всем выйти из комнаты. Ну ладно. Я, кажется, знаю, куда мне надо. Ты так красив, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы... Гоббс, доктор Жратсон, как вы меня нашли? И правда, Гоббс, как ты это сделал? Элементарно, Жратсон. У тебя ничего не получится. У меня есть компромат на тебя. У меня точно такой же компромат на тебя. Брат? Брат! Здорово! Давно не виделись. Это не по-пацански, Жратсон, что ты сделал. Да, я понял тебя. Ты должен вернуть девчонкам то, что ты украл. Сделаю. Эй, ты чё разговорился? Вызываю тебя на тест ДНК. Здравствуйте, это вечернее ток-шоу «Пусть говорят», и с вами я, Андрей Малахов. Невыданные истории, о которых невозможно молчать. В танцевальном лагере Гудфуд пропали золотые запасы еды. Девчонкам на помощь прибежали Шерлок Гоббс и доктор Жратсон. Первых подозрений пали на куратора акул Тёму, но в итоге след их привел к Владиарти. Как оказалось, Владиарти старый пропащий брат Шерлока Гоббса, поэтому Владиарти вызвал на тест ДНК Шерлока. А нашим вором оказался доктор Жратсон. Тема нашего дня. В итоге являются ли братьями Шерлок и Владиарти? Итак, золотые запасы еды мы уже нашли. А вот результаты теста ДНК мы уже узнаем во второй серии.